Очень вкусный и простой шоколадный торт, калорийность которого меньше, чем у банана. А в конце ролика для всех сюрприз. Для коржей смешиваю яблочное пюре, яйца, добавляю сахарозаменитель. Немного соды, муку и какао. Это тесто разделяю на две равные порции. Каждую выпекаю в СВЧ по 5 минут. Корж остужаю и разрезаю на две равные части. Для пропитки смешиваю сахарозаменитель, воду и ароматизатор со вкусом ром. Для приготовления крема смешиваю холодное молоко, сахарозаменитель, крахмал и ванилин. Все перемешиваю и увариваю на медленном огне пару минут. В полностью остывший крем добавляю мягкий обезжиренный творожок. Если нужно, то добавляю еще сахарозаменитель. Для удобства крем перекладываю в кондитерский мешок. При сборке торта корж хорошенько проливаю пропиткой. Равномерно распределяю крем. На крем выкладываю свежие ягоды. Лучше всего подходят ягоды с кислинкой. Перед тем, как уложить второй корж, проливаю его пропиткой с двух сторон. Слегка прижимаю. Наношу крем. Стараюсь делать это аккуратно, так как это будет верхушка моего тортика. Украшаю свежей вишней и посыпкой в виде сердечек. Сегодня из указанных ингредиентов я приготовила сразу два небольших бенто-тортика. Такой тортик сразу готов к подаче. А уже завтра мы с вами приготовим нежный ореховый торт. Конечно же, он будет низкокалорийный и без вреда для фигуры.